Мощный трицепс в домашних условиях. Это канал SG Body, меня зовут Спартак, мне 44 года, я фитнес-тренер Симферополя. И хотя я всю жизнь в качалке, я точно знаю, что в домашних условиях накачаться тоже можно и даже нужно. Ну, как всю жизнь. Сначала я стал мастером спорта по кикбоксингу, а в качалку уже с 16 лет. Сейчас я дам тебе 3 лучших упражнения на трицепс. Ну а если тебе нужна полная программа тренировок, sjbody.ru/free. Бесплатно. Погнали. Первое, конечно, это классические отжимания узким хватом. Руки вот так, и когда ты отжимаешься, локти уходят вниз, вдоль туловища. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Второе упражнение отлично прорабатывает внутреннюю часть грудных мышц, но трицепс задействуется очень сильно. Алмазные или бриллиантовые отжимания. Встали. Вдох. Легли вот сюда солнечным сплетением. Выдох. Вдох. Выдох. Ну и третье, очень сложное для тех, кто не понимает технику. Это отжимание с локтей. Многие люди ставят вот так кисти под плечами и пытаются отжаться вниз. Это очень сложно и это неправильно. Нужно вот так отдвинуться назад, а руки поставить вперед. И тогда опуститься на локти будет легко. Выдох. Вдох. Выдох. Нужна хорошая, бесплатная, готовая программа, в которой будет написано, что и чего делать. sjbody.ru/free. Заходи.